На своих машинах через границу экипажи клуба «Рубеж» 4×4 на личном транспорте путешествовали по Китаю. Автопробег соединил Приморье и провинцию Хэйлунцзян. Отправка автоколонны должна наладить работу пунктов пропуска на границах для развития автотуризма между приграничными городами, чтобы семьи на личных машинах могли проезжать по достопримечательностям в Китае. Наши страны Китай и Россия дружат. Этот автопробег, он объединяет не только страны, но и между собой. Люди начинают общаться, контактировать. Это можно приезжать друг к другу в гости. От Цюфинхэ колонна автолюбителей отправилась в Харбин. Спустя несколько дней отдыха и поездок по основным достопримечательностям приморцы вернулись в приграничный город. Там проходила 5-я международная выставка торговых товаров. Смотрели новые достопримечательные объекты, которые были построены в городе Харбине. Поездка была очень интересная и увлекательная. 350 китайских предприятий заняли свои места в павильонах. Почти 200 иностранных бизнесменов представили свои товары. При этом большую часть заняли российские предприниматели. Также в выставке участвовали производители Таиланда, Кореи, Японии и Германии. Представлены были товары и услуги в разных областях. Отдельные места в павильонах заняли представители искусства и национальных товаров. В последний день автопробега 7 приморских экипажей получили пополнение в обратный путь. Столько же машин с автолюбителями из Китая. Они отправились с ответным визитом в Приморье. Эти автопробеги способствуют укреплению дружбы между нашими народами. Если будет возможность, мы еще раз поедем. Китайская автоколонна после прохождения границы направилась во Владивосток. Дальше их маршрут будет пролегать к морскому побережью. И спустя неделю путешествий делегация из Поднебесной вернется домой. Это второй автопробег за этот год. Всего в отделе развития туризма Приморья их запланировано 6. И пройти они должны до конца сентября, чтобы наладить систему проезда границы с Китаем на личном транспорте.